Агент Дарвин, как обстановка? Вижу объект. На нем костюм за 6 тысяч, часы за 50. И если верить аппаратуре, стринги 46-го размера. Бластер, Хуарес. Сейчас начнется веселуха. Тебя горелкой огневою я вожгу, я полю. Ух ты! Вот супер! Они были лучшими бойцами отряда грызунов. У нас спецназ. Элита из спецслужб. Пока их не расформировали. Теперь спецподразделению ФБР придется выживать в естественных условиях. Где тут туалет? Ну, мой. Примерно там, где вы стоите. Ой, какая гадость! Прошу, брат. За эту черту не заходить. Был уговор, это зона моя, да? Бать, мыши всегда поддакивают. Вы же все тупые, да? Но когда мир в опасности... Захватить мир не так-то просто. Выбираться отсюда нужно. Нужны герои нового масштаба. В формате Disney Digital 3D. Дарвин. Не работает. У Бонда таких проблем не было. Бластер. Сейчас будет круто. Это жестокое обращение с животными. Но мне по кайфу! Хуарес. Я повяжу ей бантик. Сунешься ко мне с бантом, останешься без пальца. Харли. Эй, кто это? Это мой друг Зубастик. Познакомьтесь. Мой желудок не создан для экшена и приключений. Дышать нечем! Окошко открой! Тут окна не открываются! Миссия Дарвина в формате Disney Digital 3D. О, да! Бластер, делаешь же что-нибудь? Что я сейчас могу? Пукни вверх! Пукни вверх!